Соединенные Штаты Америки, Китай, Италия, Польша и множество других стран. 300 лучших спортсменов из разных клубов областной федерации черлидинга подготовили новогодние выступления с тематическими костюмами. С каждым годом география успехов одесских черлидеров расширяется, одесситки привозят десятки медалей из все новых стран. У нас хорошее зимнее новогоднее мероприятие. Мы сильно много путешествовали в этом году и планируем в следующем путешествовать еще больше. И решили изучить тему, как же черлидеры разных стран встречают Новый год. Когда мы ее изучили, оказалось это очень интересно. И вот по мотивам этого, так сказать, творчества мы поставили спектакль. Мюзикл, концерт, назвать можно по-разному. Дети готовили специальные номера там, с привязкой черлидинга к различным национальным каким-то особенностям каждой страны. Одними из главных действующих лиц областной федерации черлидинга являются родители. Они поддерживают спортсменов на всех этапах подготовки, начиная от старта занятий и до выездов на международные турниры. Прошел год у нас очень плодотворно, насыщенно. Вот недавно мы вернулись с Кубка Украины, который проходил в Киеве. И наши команды заняли 17 призовых мест. Вот, в частности, наша команда Gold Star самых маленьких заняла первое и второе место. Команда у нас очень дружная. Как вы видите, все родители поддерживают своих деток. И мы участвуем вместе с ними на этом чудесном празднике новогоднем. Кроме того, родители сами решили удивить всех присутствующих собственным выступлением. Мы репетировали примерно год. Но мы собираемся на самом деле пару раз. Чемпионат вселенной. Это будет сюрприз. Посмотрим, что из этого получится. Уже в январе одесских черлидеров ожидает выезд на чемпионат мира в Орландо. В США выступит сборная команда из одесситок и представителей Киевской Федерации. Спортсменов готовит одесский тренер Ирина Паулаускас. С Одессы представлены клуб Galaxy, клуб Черт-Сити и клуб Форма. Это какие категории? Это дети до 12, там они называются молодежь. Мы едем с двумя постановками, это фристайл и джаз. Мы начали нашу подготовку еще в августе, то есть в августе у нас уже определился желательный состав, но сейчас после подачи визы у нас уже немножко потери идут маленькие. Вот, значит, мы работаем на два города. Дети с Киева приезжают на сборы к нам, мы приезжаем, вот недавно вернулись с Киева. Дмитрий Богомолов, Анастасия Кричко, телеканал «Репортер».